Поздравления губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по случаю Дня строителя, отмечаемого 12 августа. Дорогие друзья, искренне поздравляю всех, кто трудится в строительной отрасли нашего региона, с профессиональным праздником. Примите слова благодарности за интенсивную работу, благодаря которой Ленинградская область по-прежнему находится в числе общероссийских лидеров по объемам жилищного строительства. Труд строителя предполагает огромную ответственность, ведь здание возводится не на год и не на два, ими будет пользоваться и следующее поколение жителей нашей области. Уверен, что коллективы строительных компаний, архитектурных и проектных бюро сегодня понимают меру этой ответственности. Желаю строителям Ленинградской области новых успехов, счастья, добра и благополучия. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.